Все просто, друзья мои. Хотите, чтобы о вас позаботились? Покоритесь новому правителю. Вы можете и дальше поддерживать Медичи, которые, как вы знаете, давно бежали из Флоренции. Или принять Савонарола. Зачем сопротивляться? Зачем? Он хороший человек. У него твердые убеждения. Он хочет спасти нас от самих себя. А ведь нас нужно спасать. Мы погрязли в грехе, чревоугодии, похоти, гордости, алчности. Мне продолжать? До прихода Савонаролы мы чрезмерно любили плотские наслаждения. Мы отвернулись от Бога. И как было не отвернуться, устыдившись за свои поступки? Ты пролил кровь целителя. Нет, я пролил кровь тирана. Власть над телами, находящимися между этим миром и иным. Похоже, она скружила мне голову. А сейчас ты замрешь навеки. Твоя смерть не будет бессмысленной. Покойся с миром. Бей его! Будь осторожен, парни. Он явно не дурак. Зачем этот капюшон? Что он скрывает? Он быстро встанет, так что не рискуйте. Ждите, пока он раскроется. Окружайте его! Закончим это по-быстрому. Экколо, быстрее, за ним! Браво, браво! Вперед, братья! Как ту ночь в Альбе, капитто! Осторожно, парни, это не новичок! Действуем сообща! Помните, чему вас учили! И действуйте крайне, крайне! Как в ту ночь в Альбе! Капитто! Крайне! Это не новичок! Действуем сообща! Беги! Ароганцы, помните, чему вас учили! Осторожно, парни! Это не новичок! Действуем сообща! Вперед, братья, как в ту ночь в Альбе! Капитто! Помните, чему вас учили? И действуйте край! Не трогайте меня! Клянусь, я вообще ни при чем! Осторожно, парни! Это не новичок! Действуем сообща! Привет!
Вам не понравилось? Простите, я не думала. Тебе сюда взять его! Здесь что-то не так. Где же все? Еще один соперник. Отлично. Савонаролла предупреждал меня, что у нас появятся враги. Поэтому я изобрел эту простенькую ловушку для тех, кто возомнит себя героем, и она чудесно сработала. Инкоминчамо! Интересно, как долго ты протянешь. Пару дней назад один ловкач успел одолеть 3 дюжины моих парней. Прежде чем его уложили, день за днем все новые лица. Инакомыслие недовольны. Революционеры, ребелли. Кого я только не повидал. Бей его! Ждите удобного момента и нанесите удар. То, что ты защитник угнетенных. Умри! Покоритель города. Делайте ночью моего спасения. Приближается начало новой эры. Борец за свободу. Какую ложь? Ты заблуждаешься. Пойми, все это ложь. Что бы вы ни говорили, вы все приходите сюда по одной причине. Делайте чего-то для себя. Славы, почёта и так что нужно тебе? И нанесите удар. Признание, искупление прошлых грехов. Тебя бил отец? Дети смеялись над тобой? Или тебя отвергла девушка? Если бы мне пришлось выбирать, то я бы сказал, что ты... Не пожалеешь о том, что появился на свет, Ханс. Ура! Здесь ты не пройдешь. Ты совершаешь ошибку. Мальчик, ты только что подписал свой смертный приговор. Подходи, если хочешь умереть. Я рожден для битвы, мальчик. Посмотрим, из какого ты теста. Тебе здесь не место. Уходи. Дохни, пес. Не пожалеешь о том, что появился на свет. Бей его. Здесь ты не пройдешь. Попробуй. Еще, коротышка. Я в самом деле был таким. Гордым, жестоким. Нет. Тебя околдовал Савонаролла. Неужели? Или я был опьянен вкусом власти? Мне жаль, что я оказался так слаб духом. Мне тоже. Прости, но у меня нет выбора. Покойся с миром. Прикончите его! Вас учил! Умри! Чему вас учили? Прикончите его! Да ну! Делайте то, чему я вас учил!
Не знаю, кто ты. Не зли меня! Убирайся! Назад, убийца! Я надеюсь. Приказ такой — следить за полями, чтобы со стогами сена ничего не случилось. Может показаться, что это бессмысленное дело, однако оно очень важное. Если лишить их самого важного ресурса, их воля будет сломлена, и им придется сдаться. Он здесь! Да! Если лишить их самого важного ресурса, их воля будет сломлена, и им придется сдаться. Слезай! Многие уже покорились. Им нужна одежда, пища, тепло, крыша над головой. А для всего этого нужно сено. Я слышу, как вы ворчите. Наверное, вы думаете, что это напрасная трата времени. А на самом деле от этого сена зависит вся наша жизнь. Вы не верите мне. Хорошо, я все объясню. Сено питаются лошади, которые возят телеги. На них мы возим товары в другие города, чтобы продавать. Вот что позволяет нашей экономике процветать. Если лишить их самого важного ресурса, их воля будет сломлена, и им придется сдаться. Многие уже покорились. Им нужна одежда, пища, тепло, крыша над головой. А для всего этого нужно Я слышу, как вы ворчите. Наверное, вы думаете, что это напрасная трата времени. А на самом деле от этого сена зависит вся наша жизнь. Вы не верите мне. Хорошо, я все объясню. Покажи им! Покажи им! Брались! Если лишить их самого важного ресурса, их воля будет сломлена, и им придется сдаться. Мы в деле. Многие уже покорились. Им нужна одежда. Сюда, быстрее! Ты не уйдешь! Если лишить их самого важного ресурса, их воля будет сломлена. И им придется сдаться. Да, Бен. Если не хочешь платить штраф, убери ее!
пока не началось. Многие уже покорились. Им нужна одежда, пища, тепло, крыша над головой. А для всего этого нужно седло. Зачем? Ты был готов уморить людей голодом. И из-за чего? Я слишком долго терпел унижение. Меня называли простофилией, деревенщиной. А мне всегда хотелось уважения. От меня ты уважения не добьешься. Переход в другой мир мучителен. Но потом ты обретешь покой. Покойся с миром. Что произошло?